Ну да, на блокирование щитом, на майнспек. Добрый, Сам добрый. неплохо. Там, наверное, мог бы и остаться. Вот. Многие все равно будут. Умирал. Чего? Ты же ноги будешь брать? На кого? Опять. На приста? Да, но тут тимбич. Правда, конечно, ИП только семерка наберется. Мне можно. У меня было 8400. Какая разница, недельный сброс прошел, у тебя уже нет. И чё, я спросил специально у пианиста, я говорю, вот такая ситуация, могу я полутать или нет? У меня кап был. Возьмите второго использования. Чё, по какому поводу спора? Тимбича уже есть, как бы это. Так, я тут. Чего говоришь? Уже все правильно. Тимбич, он 7к набрал вот с этого босса, блядь. И поэтому я отваливаюсь. Хотя, конечно, не очень, но да ладно. Чё, все правильно. Все правильно, я ничего не говорю. У меня четвертый. Ну тогда можно бы и выступить. Ну он не хочет, я с ним разговаривал. Не, ну это не по-человечески, когда у тебя ноль кусков. Теперь четвертый. А зачем тебе ноги, у тебя же Джайна, нет? Нет, у меня Джайна это холиковский, я их воткнул. Ради... Дистанцию, разбегитесь все нахуй отсюда, дистанцию набрали. Не, я их воткнул, потому что у меня Т4 нету этих ног. Мне плечи с Джайна нужны. Ноги-то я их для Холика тогда брал. Что тут вопросы еще по замене были? Скажите, как подойти. Там второй согрелся. Короче, разве? Что тут за вопросы были по замене? По поводу вопроса. Ну там в чате я смотрю. Я не смотрела чат. Блин, ну зачем ты подошел? Ну не бегайте, кто бегает? Спасибо. А, это ЕП, это Кориша там делает квесты какие-то. Она сейчас пойдет нам танчить этих советов. Так она все это время типа на замене была, просто не в районе. Она со мной на связи в ПН. Это тебе надо и ПГП стендбай установить, Лен. Я, ну, первый раз о таком слышу, если честно. Не знаю, как им пользоваться, надо разобраться. Он, если установленный ПГП, просто включить эту функцию надо. По-моему, бьет один жрец. Опа. Кому еще бить? Конечно. Прохилите тогда этого жреца, единственного, который бьет. Не, меня уже не подняли. Далеко он был далеко. Тихо, понесли, блядь, заразу, кто? Убивать теперь сами. А второй нормальный, нет, стоит? Нет, второй тоже. Кирс, готовься на мага заходить. Сейчас драться пойдешь.
Лен, я в Дисе скинул, как включить ПГП стендбай. Потом посмотрим. Давайте диван. Да, все, там, блядь, у вас это, ёбань какая-то просячая. Дайте диван заново. На Адреле 88. Дорога, ланишь. Иди. Злой жрец, Эрнест, как-то умрите, что ли? Слушай, а если попробовать меликом тоже бить, нас хилы что не смогут прохилить? Вот Тим Бич с Рогой, с Фрэнсиком тоже умрите там, пошусь. Эта чума работает как на личе, она стакается. Рога тоже умирает, комбат висит. А, то есть бесполезно никак ее, да, хоть как не одевайся, похуй. Она потом тебя просто шотнет. Танк, Войд, а все, танк, все, все, ты выделся, все, снимай с дивана, рисай. Ты рисаешь? Кого не достанет? Они интересно, они сделали в этом плане трэш. Так, рыбку сейчас поставлю, пожрем перед мобом, рисайте дальше. Только не садрите трэш. Япончик, вставай. Ща. Никитос тоже. Давайте кушаем, лапаемся. Поехали, вот одного цепляй и вот, проход веди, остальные дистанции. Велики вообще уже сразу могут идти куда-нибудь, чуть ли не повара. Блять, ну скиньте сами, хуй сказать. Замес, ну отойди от меня, ну ё-моё. Да просто остановитесь на месте, ну встань на месте, стой, остановись, всё. Остановись, не беги, стой. Джужин, ты, блять, так встал, что теперь меня задеваешь. Почему бы её скрыли? Мою, не прижимайся к сове. Зачем ты вот стоял же нормально, жужжин, куда пошел? Кто вы бегаете? Дерево идет. Второй тоже такой, что? Да. Аккуратнее, по-моему, лучше. Мозер, держи в курсе. Гуляйте следующий, привет, сейчас перестанем вас пойдем.
Слышь, Мозер, а ты сплетение на 5 стаках прожимаешь или нет? Ага, пошел поссать. Сука. А чё, мы тут втроем, да? Бейте, бейте, подходите вот этих двоих мелких, забивайте. Так аккуратно, они сейчас обоссутся. Это же они ссутся, да? Угу. Я щиты всем дал. Что там, можно не спускаться? Нет, второй тоже беспонтовый вроде. Куда вы не сабрите следующих, порисайте рейд сначала. Добейте от босса Шардады. А вечером у нас первый состав куда-то идет, да? Бич, блядь. Отойди, сейчас сдохнешь. Все, рисайте павших. Я за стеночкой, вы меня не видите. Давай его тащи следующего. Дистанцию набрали, мелик съебался. Анзера, что же ты с собой сделала? Что там, ведут кого-нибудь? Нет, танки? Что там, можно спускаться? Нет? Нет. Знаю, чума вроде не прыгает по рейду, это болячка. Танк, следующего тащите, нет? Ну вот мы в этом проходе забились, можно было выйти уже. На присутствие. Анибаб, иди тащи большого сюда тоже, в проход. Или Никитос, он с напулом. Да его походу нету. Ауди, куда бежишь? Корова. Его прямо тут потанчить? Ну да, где-нибудь там потанчи. Здесь. Идите вы из этого туннеля, рассоситесь. Все, рассоситесь, мулики ушли.
Ну аккуратно, не бегайте. Стоим еще на месте. Стоим. Ждем. Панзера, ты что, ты пятый будешь перчатки на ретрика делать? Ну ёбашки. А, всем привет. Чё, я нужен, нет? Да. Просто стоит там гладиатор на замене, вся хуйня. Ты нужен. У гладиатора диарея. Ему надо было срочно отойти. А, бывает чё. А вы сколько уже прошли? Два. Два прошли? Да. Какие молодцы. Так, чё у нас тут? Работе, давайте еще одного толстого агря, а не да. Хотя выходных футболь будешь играть. Вот. Сейчас на кого пойдете? На совет. Рассосались. У меня жена смеется, что девушка говорит рассосались. Там девушка с нами в Ломане не была. Девушка в Ломане была? А что там, вообще трэш? А, мне рассказывали, как ты набрала пугов, и там просто такой пиздец творится. Не, это не там, когда мы в среду, во вторник, у нас там очень весело. А, Николай там танчил все, что не танчится, блин. Это, да, это было. Гидроса, да, убили, ребят? Нет, мы убили рыбу и... Лена, нам вчера Нурглет в соло за Ломан затанчил. Даже Мишку. А кто такой? Ну, нет, кто такой? Мишку, я думаю, уже любой протопол один в Т5. Отлично, нормально, двоих трейда. Станцию. Никитос, ты будешь своего багнутого ханта качать? Ну, пока так. В пугарейдах поиграю им, да и все. Ты будешь что, зачем мне в рейды в гильдийские ходить вторым хантом? Чё за глупость? Я лучше какого-нибудь шамана затащу. Или, блядь, паладина, или нахуй еще магом, маку не я укусил Аюну, Китос, ДК делай. Мне персонажи, у меня есть все персонажи, я могу любого сунуть. Вторая Лена. Ну просто, блядь, когда у тебя нету развития, тебе делать нехуй, ты начинаешь качать твинов. И я тебе скажу, мне очень долго было делать нехуй. Не, ну сейчас мне реально нет времени ни на каких твинков, нахуй. Я только хожу локом там иногда. Я не теряю, кроме хранта сейчас. Потому что, блядь, у меня все время занимает РТР. Прошлую неделю мы вообще всю почти каждый день. Отойдите чекали. Милики от меня, пожалуйста, от танка. Идите отсюда. Драйв. Стоишь, блин, да, не стакаешь. Помню, 3 дня, да, били джайны. Угу. Не, ну по факту вот первые 2 фазы я не скажу, что они там не сложные, ничего не делают. Мы уже там на первых 2 профессионалов. Там, с третьей проблемой. Вот я не понимаю, почему, когда кубок появляется, постоянно дохуя людей дохнет. Я 2 раза тоже, от чего дохнет, хуй знает. Просто дохнет. Во-первых, стоите не там, да, на шипы вас режут. На борезком можно по-другому назвать. Либо это... Так, шипы идут вот полоски, просто не приходится на джайны графику на минимум ставить. Либо которые из-под земли вылазят, сама такие вот. Поставь частицы на максимум, вся графика на максимум, вся графика на минимум, частицы на максимум, и ты увидишь, что за шипы. А, кадры, они не жрут. Вылазили. Это не оно? Это оно. Ну я их и на минимум видел. Они там маленькие, не такие, как на максималках, они большие и страшные. А если графику на минимум снижаю, я частицы ставлю на максимум, и все вот эти лужи, эффекты я вижу. Следующего не агрите, порисайте рыть сначала. Аккуратно, не сагрите, идите назад все. Так, у меня есть 5 минут? 3 минуты. Есть. Я пока зайду на твинка почту, пробью деньги, да, посмотрю. Идите за ними.
ДКшка, выйди из лужи. Вышел. Вышел. Ты? Ух, его там не клацает. Точнее, лужа вышла из меня. Тут, кстати, снова, ну, не такой, конечно, урон восстановили, но приличный с этой хуйни. Еще раз его, поэта подмонтировали, да, еще раз? Да, ну, блядь, до этого, считай, они по 50-60 кусков, это, три зуби сувенирные. Ну, это было нечестно. Потом опустили до 8000. Блядь, сейчас следующего большого. Вот сейчас это сейчас уже нормально. Я не знаю, сделали бы как на Зулжине хотя бы этот дротик, да, и все. Сейчас до 40 подняли. Бля, ну 40 тоже, знаешь, тут нету 40 хп у Касти. Не, ну ДЦ, ты учитывай ДЦ. Бля, если нет ДЦ. В смысле нет ДЦ, как нахуй ты вообще сюда тогда пришел? Смотрите, дистанция. Это... Нет, ну нормально. Нормально? Да. Он адекватный. С ДЦ там нехуй делать, да? Каждый новый контент, когда он только выходит, обязательно он, блядь, убивается с ДЦ. Раньше и на Зулджина-то без ДЦ не ходили. Кто-то пал, такой же пал. Вот и все, только щитов нет. И спокойно убивает. Баф, а при чем тут баф? Да мы не про баф, мы про щит. Сейчас еще тринкается этот ДЦ-шный, который щиты сама кидает, что там говорят топ вообще. Ну, за Джайна, то, что я тогда вот с вами ходил, да, из 10 лямов 2,5 принадлежит Тринке. Нихуя себе. Ну, это ее понерфят. Просто хилы они не особо активно на форуме строчат. Это когда как что-то дико ДПС поднимает, тогда начинается волнение. А не-не-не, и нас еще апали до кучи. Было просто 50%, 0,5 секунд, а потом еще секунду дали. Поехали, по часовой стрелке, трэш. Начиная с левого. Начну строчить хилы, да, все как есть. Ты нахрен строчить, блядь, и наоборот заебись. Шамана не возьмут, скажут, вот ДЦ типа хилит, то он посмотрит, что он что-то имбовый хилит, настрочит просто и все. Так видишь, в чем прикол? Ни рекады, ни скаунта на ДЦ, ни на холика нет. Блядь, зачем тилан строчить? Да, типа, и во-первых... Ну, сидишь, блядь, в ДЦ, сидишь, одну кнопочку жмешь, нахуй писать. Говорю, если другого хила не возьмут, он посмотрит и на... Кого он посмотрит? Да она не учитывает. Все равно брать не возьмут. Ты думаешь, что ты один, да, допер, чтобы посмотреть, как учитывается? Я не один, на форуме написано даже, но, блядь, там написано клевета. Мне пришлось поебаться часа на два, чтобы это сделать. Даже не на два, два часа это. Нет, ты не понимаешь. Я искал аддончик только один. Они, когда, видишь, мерятся, хилам-то вообще намного проще. А не даб тут? Да. Так танчи. Ну, если на форуме написан айдишник, а, блять, он по факту не тот. Я на Q тебя три танка буду. Войт, Брун и Ты не хочешь хвата здесь? Я же тебе говорю, Войт, Брун и Кават. А, Кават, все. Суманите Ауди. Подожди, трэш, добьем суманем, блин, басом. Thank you.
Но тут, кстати, есть, во-первых, мана пиздец в ноль улетает за несколько секунд. Это первое. Второе, дикий агронабор. Вон Элбрил, тебе к примеру. Ставит колодец, все. Весь трэш его. Шэм. Хуйня надо фиксить, кстати, нахуй. Смотри, вот опять у многих дохуя раз. Можешь вот эту пушку, которая с совета падает с мастерством, такая же глора практически. Если будет 5 киллов с Т5, ДЦ там, Холик, Аршамр, Дву, это пиздец, это будет неубиваемый рейд. Отряд самоубийц, блять, бессмертных. А у нас танка еще нету фул Т5? Есть почему? Дракон. Когда он на Т не ходит? Дракон фул Т5? Но он своим паладином сейчас может танчить вообще все, но... Я, блин, даже пытался с него оторвать. Во-первых, ты с него не оторвешь, во-вторых... Да, у него все равно Т5 собирать, я очкую. У него выживаемость пиздец, надо. Так, аккуратно, боссов не сагрите, поехали дальше трек. Ауди, можно Т5 брать, все, успокойся. А тут коридор как, полностью или что? Нет, вот это вот убиваешь и все, и хватит. Бля, еще уже убил. Мне кажется, мне последнему Т5 отдадут. Ну, два гуляя. Раз, два, три. Четыре друида, друиды. Мне придется ваши иннера этот. Хотя бы парочку. Креветку, наверное, нам. Суманёде нет дыга. Да подожди, говорю, дай добьём трэша, суманёмся через перед боссом. Я так вам подошёл. Френсик в этой стойке, да, тащи вот эту креветку, потом тебе идет. Там-то звезду хватать. Так, сейчас подойду, секунду, пожалуйста. Бомжей там набежало, собери. Нам можно снова на лока этих понял высылать. Да, до конца пускал. До конца пускай локом идет, там и башка нахуй никому не нужна так-то. Пухан 45, а вот уже где деньги возьмем. На гидроксе нам бы пригодился его воин. И на мораке было прикольно. Он там подоножен. Так запусками, пускай, наверное, заходит, я не знаю. Пухан, заходи на лока. Ох, бедный Пухан, разорится на воронках. Гладиатор тут? Так, Анидат, пока погуляешь. Кирс, заходишь в рейд. Кирс тут? Амирка?
Амирка. Тут какие настои пьем, на сопротивление или спыда? Сопрот. Он ли сопрот? Так, и из меликов кому с этого босса нихуя не надо? Охотнику. Из меликов. Я милик. Панзера, ты хила. Провокатору ничего не надо отсюда. Провокатор, пока погуляешь. Это все. Присмотрят. А вы заметили, что ни одной воронки не упало? Это нормально. Кто-то в этом рейде явно приносит. Эрнест, пока погуляешь. Я даже знаю, кто. Никитос. А что, баф, понятно, крит у нас на мире. Сука. Не, нифига не угадал, это я. А соскочить захотел, нихуя ты. Так, ребят, даю вам свой баф и улетаю. У вас есть 6 минут. Так, значит, по хилам. По хилам. А, так, драгон. Драгон, будешь держать у меня шамана. Драгон, поддержишь шамана. На драгоне будет сидеть Фанзер. На драгоне Фанзера. Значит так, воин, ты танчишь проститутку эту. Ты танчишь проститутку и... Так, Брун сейчас зайдет, поддержит двух боссов, на ней посидит. Измаил, посидишь на ней. Я, короче, блядь, не могу прочитать твой ник, вот этот шаман, который из чего-то там. Я тебя буду называть Измаил. Слушай, а Карина не тонкая для двух боссов? А тебе хэпал не нужен? Нужен хэпал. Анзера уже хэпал. Полиция, просто не в пятой пати, извините. Будешь Измаилом, потому что я не знаю, как читать твой ник, я слепая и старая для таких вещей. Да. Мне кажется, Карина тонкая. Ну. Кидай фотку, оценим, тонкая, нет? Фотка там, мне кажется, там ребенок еще нахуй, не выдумывай, посадят. А этого я в Драгонсон... Там глазки шамана-то не вытанет ничего. Она не будет танчить шамана, она будет держать босса и ханта. На шамане драгонсон. Слушайте, ни у кого не было прикола, у меня что-то сегодня уже второй раз просто из игры выкидывает и не запускает. Перезагрузи роутер. Ну типа... не запускает, и через минут 10 запускает. У меня два раза такое сегодня было, только за вечер. Нет. Да-да, было у меня такое, такая же хуйня. И что это, чем-нибудь решить? Аддон не какой? Не знаю, ничего, тоже комп перезагрузил туда-сюда, не помогло так же это все. Потом это после само через некоторое время запускает, и все. Так, Локи, да, 6 часа 4 назад, да, это было у тебя? Чё? Часа 4 назад, да, это где-то у тебя было? Да, и буквально час назад, это часа... Ну и на начало РТ. Не, ну сейчас я не проверял, но часа 4 минуты. Хватит ходить, алло. Локи, СС дашь по Войду, Пухан дашь СС по Карине, которая сейчас зайдет к нам в рейд. Захожу. Сейчас. Кого я танчу? Ты танчишь босса и ханта. Мне надо до усилки перекинуть выносливость, да, я думаю? Mm-hmm. Ну да. А какая будет тренька лучше на... Армор. Чешка? Ну, чешка, если у тебя есть. У меня только чешка и часики есть на выбор. Чешка лучше. Она хоть прокнута силового хп бьет. Блин, а кто может кто сделать камень зеленый на выносливость крит? Есть выносливость крит.
Ну и какой-нибудь зеленый камень на выносливость. Ну, а меня посмотри, у меня там дохосик и шляпа. Один коня в гильдии, пожалуйста. Что, ты не умеешь в гильдии смотреть эту хуйню, что ли? Нет. Да есть это плюс 10. Блять, какая ты ленивая, да, зашла, да. Там же есть это. Это, сейчас. Я пока выйду, у меня сопрот просто остался с этого. Да, давайте это быстрее, не тяните. Чайник, просто он закончится. Не хочу новый пить. То вы что-то стоите, но не начинаете. А, блин, у меня тут нету даже яшма. Я, короче, вовнусь, пока как это, я зайду. Сопрот закончится, не хочу новый пить. Блин, мне еще сопрот нужен. Блин, ну сейчас пока вы сообразите, блин. А, он есть. Шкаф. Чай еще в два ранта пышнусь. Женек, ты тут? Да, я тут. Че там с пустотой? Я работаю над этим. Да ты не волнуйся, я дам. Я старому пятнашку вот на днях отдал, сейчас тебе отдам. У меня уже 6000, я хочу. Знаешь, проценты капать будет. Не, я тебе вчера писал, ты не ответил мне. Вчера? Что-то я да, не помню. Да. Я тебе писал вчера, ты так и не ответил. Может, я вкапал? Может быть. Ну, я понял, я отдам. Сейчас скажу. На выходных отдам. За мне не горит. На присутствие. Все, вы там собрались, можно залетать. Старичок, ничего, кто всегда ставлю рыбу. Едем рыбу. Женек, заходи. Угу. Сопроты все выпейте. Захожу. Тебе прям пустоту нужно отдать или бабками можно отдать? Пустоту? Ну или десятку. Поставишь метку где там, где всегда его держат? Хорошо. То на выходных отдам. Хорошо. Да мне не горит, как отдашь, так отдашь. Не, ну просто ты спросил, я рассказал. Убираешься и держишь. Так, напоминаю, значит, Драгон сидит на шамане, на Драгоне сидит Фанзера. А Брум-медведь сидит на басе с Хантом, ее хилит Измаил. И Войд вытаскивает по одному басу, начиная с трусов, танчит в трусах. Его хилит остальные хилы, которые хилит весь рейд. Последний арчен бах на пол и поехали. После трусов я кого вытаскиваю? После трусов ты вытаскиваешь звезду. Кирс. Да, я тут. Я вниз заходил. Что там делу, не? Нормально? Нормально.
Кахил за Химбрун. Давайте потерпите еще чуть-чуть. К себе шаман. Захил Вахим танка. Рахил меня. Ты выйдете. Выйдете. Нахуй шаман хил поднялся наверх и пизды получал эту тему. Тут скрытень, давайте его добьем. Да, блядь, просто тему уберите и все. Скрытень это, по-моему, петхантовский. Шаман, туда не поднимайся, стой поближе к рейду. Там больно бьет. Писюн косипорит, что ли? А чё здесь писюн, блядь? Динхан. Блядь, ты нормально себя чувствуешь? Хант, который босс имеется в виду, у него есть питон. А как мне стоять, если не упираться в столб, если он откидывает? Блядь, смотри, я тебе сейчас секрет покажу. Смотри, я тебе покажу, блядь, немножко на другом столбике. В общем, меня видишь? Кого я там маленький гном, блядь, возле столбика снизу. Берешь вот так жопкой, упираешься в этот же столбик, который он там вот сверху стоит, и все. Отталкивает только моб Ханта. Больше никто не отталкивает. Слушай, а чё ты выглядишь как-то странно? Ты заболел? Это все соло. Чё с тобой? Просто бисовый форк. Так, ставлю рыблю. Кушаем рыблю, даем бал. СС, если есть, повесьте на рыблю. Моза, что не хватает? А чё, варов нету? Мозер готов? А у Лока в 5 на хп кричит? Кричит, но он до тебя, может, не достает. И ты, кто там, блядь, из шаманов стоит? Вы дотем брони, поставьте к медведю поближе. Он справа в союз стоит. Гера, дайте шаман. Нахуй, опять все зависло. Что с компом там?
давайте чуть-чуть. Ой, иди нахуй, короче, в пизду. Женек никому не интересно. Да он заебал нахуй, честно. Блять, все опять за благодромников нужно хуйни. Заткнись, пожалуйста. Тащи давай этого звезду. Иннер, можно? Так, жужжим по адмиралу. Ганвест, аккуратненько дойди до фанзера и дай по нему. Все, баса, идите. А мне куда? Что, забирать? Да, забирай, веди. Пока Карин стоишь и фукашишь. Зара, встань, пожалуйста. Иди пока, это, залей, Карин, по фанзере. Ты можешь меня оставить. Готовься танка положить фронт. Хилы, чел, чел. Сундич, залей пока ману по фанзера. По кому? Фанзера. Вон он стоит, вон там в уголочке. Вот он. Бэр? Нет. Тридцать пять секунд, Гер. Захиливайте. Да, танк захиливайте. Лича, да, можно. Поеги на ману. Три пустых хила. Друиды, у кого еще БР есть? Ой, без БР, эти молнии есть у кого? Плюс они свечают. Нет, все КД. Брун, 23 секунды. Карин как откатится, отдашь по этому, по Харсису. Может, просто ШПшки Димс поет?
но может меня, и я потом БР. Гимноману дайте тотем поставят. Лен, кого? Фейри. Да никого не надо. Убивайте босса и все. Гера откатилась у тех, кто выживал. Я уже давала. Поехали к Шиману, Тим Бич, давай паузу теперь делай. В начале тотем. В начале, да, убивать огненный тотем, бегучий, потом только босса. Тотем. А нет, тут я не извиняюсь, сорян. Тотем. Дайте баф по ДК. Речь огненный тотем, чувак живет долго. Лен, знаешь, почему он живет долго? Почему? Потому что за время, пока я снес пол ляма этому тотему, боссов сняли 3 ляма. Ну, какое оно? Ну, творите, что я могу вам сказать. Следующий. Насколько стали легче рейды с нынешним ДПСом? Только адмирал Линкани, пожалуйста. Просто колоссально, блядь, легче, нахуй, чем раньше. Мне оставаться или на замену? Нет, ты остаешься дальше в рейде Галин, потому что у нас танк ушел один. Так, значит, трусы, рога, шаман. У обоих нет 7000 ЕП. У обоих нет 7000 ЕП, поэтому отдаю поп. Хуяся на втором месте. Ты-то Линкани в рейд, чтобы все поняли, почему у меня просто. То, это не то, это не то, это не то. Да, 10 секунд. Это трэш обновился. Лена, можно провокатора на Маргри? Подожди, пока не до провокатора еще. А провокатор же может потанчить? Нет. Можешь. Войт, слышите, ну, пожалуйста, пока у вас разрушил. Войт, перекидаешь. Никому. Красавчик. Я забываю, мне надо напоминать. Что, теперь без 7 КЕП дают? Да? Ну, там 2 ролили. Человека? Не ролил на успех, поэтому... Я ролил на успех. Это кто, а Никитос спрашивал? Да. Можно истерию на заказ? Да. Хантуф Т5 нельзя. Брэнс, не разговаривай с нами. Хантуф Т5 в
физ дамага меньше, чем у Роги. Ты давай не будешь мне рассказывать. У тебя Пухан Лок чё, дестрик сейчас? А чё за тема с 7К ЕП? У нас чё, она всё отменилась? Типа, если у человека нету 7К, всё равно ему дают шмотки. Блять, если у него приор, да, есть, грубо говоря, высокий, но вместе с ним ролят те, у кого есть 7 КИП, то, соответственно, приоритетнее идут те, у кого уже есть 7 КИП. Блять, вроде как, я как помню, была тема за разговор о том, что на успех забирали. Но они на успех же забирали люди. А успех же никогда не забирали, да. Приоритет сейчас мы не спим. Блять, почему-то старику дали на успех тогда, прошлый рейд весь. Ну, Лен, это по договоренности. Пианист же сам решил отдать шамана, так бы Вагна Оупспект забрал. Да. Ага. А это пианист, типа, ну давай с Вагной договорился. Вот так вот легко идем, это еще с учетом, что у нас Пухан в рейде, можно сказать. Только пол Пухана. Пол Пухана? Ну да. Так-то он бы двадцаточку бы свою бы нахуй. На пол Пухана. И женек у нас. Сейчас вот здесь, да, на этом боссе, дестрик будет полезнее, чем армия. Да не, он бы, блять, там просто такой... И у него воин, что он бы больше бы дал этого дестрика. Гораздо. У тебя же в Т4 дестрик, да, Пухан? Да, Т4, там это там нормально все. Здесь тоже с чешкой оставаться. Дракон, помнишь там, который под боссом пиздюк бегает? Аккуратно. А, да. Че, мне его позвать? То я очень расстроен. Ленусик. А чего? Бьет танков. Что еще раз? Танков магии. Нет, бьет? Не особо. Там у вас были у тебя сопротивы. Вага, вижу, сейчас мы трэш добьем, и я всех поменяю. Кирс, можешь идти в ночь. Войд, ты... Вау. Ты тоже хочешь?